Компания Volvo в этом году обновила почти весь модельный ряд. Свою порцию изменений получил и среднеразмерный кроссовер XC60. Посмотрим, насколько он стал современней. Опознать модель после рестайлинга очень легко. Вместо сдвоенной светотехники теперь более привычная монолитная. Тут другая радиаторная решетка с увеличенной в размерах эмблемой. Изменились и бамперы. Все эти новшества добавили Volvo стати и сделали внешность современнее. На фоне конкурентов XC60 точно не затеряется. А соперники, между тем, у него серьезные. Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLK. Поначалу может показаться, что интерьер не изменился. Но приглядевшись, понимаешь, над ним серьезно поработали. Традиционная панель приборов уступила место цифровой. Дизайн и конфигурацию которой водитель может менять по собственному усмотрению. Другое дело, что за такую опцию шведы требуют немалой доплаты в 30 тысяч рублей. Также стоит отметить измененную форму рукоятки управления автоматической трансмиссией. Volvo – компания северная, поэтому появление подогревов руля и лобового стекла вполне оправдано. С такими опциями эксплуатация в холодную погоду становится намного приятнее. Моторная гамма для российского рынка не изменилась. У нас на тесте версия с популярным дизельным двигателем, рабочим объемом 2,4 литра и мощностью 163 лошадиные силы. Снабженный им XC60 звезд с неба не хватает, однако и обвинять его в медлительности не стоит. В общем, обычная динамика, что подтверждают и официальные 11 секунд разгона до сотни. А вот расход топлива оказался далек от заявленных 6 литров. У нас ушло около 10, и это при спокойной манере вождения. Особенно приятно ездить на Volvo за городом. Ставишь кроссовер на круиз-контроль, а поскольку он тут адаптивный, автомобиль сам разгоняется и притормаживает за впереди идущей машиной. Красота. Вообще, по части автоматизации управления шведы находятся в авангарде. Здесь можно менять настройки подвески. Есть режимы комфортный, спортивный и промежуточный. Впрочем, в каждой из них экипаж трясет сильнее, чем ожидаешь от дорогой ценой в 2 миллиона 600 тысяч рублей машины. Вот только помимо дизайна и передовой электроники, неплохо было бы обновить двигатель. Это шведы обещают только в следующем году.